черепок. Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребят в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: куда ты, Филиппок, собрался? В школу. Ты еще мал, не ходи. И мать оставила его дома. Бабушка заснула, стало Филиппку скучно одному, и он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую отцовскую и пошел в школу. Школа была за селом. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, а за жучкой большая собака волчок. Филиппок стал кричать.
Вышел мужик, отогнал собак и сказал: куда ты, постреленок один, бежишь? Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: все учатся, а ты что тут стоишь? Филиппок и пошел в школу. На Филиппка нашел страх, что как учитель меня прогонит. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. Ты что? Закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. Да ты кто? Или ты не мой? Филиппок так напугался, что говорить не мог. Ну так иди домой, коли говорить не хочешь. А Филиппок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил: кто этот мальчик? Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его. И он украдкой пришел в школу. Садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускал тебя в школу. Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уже знал и немножко читать умел. Ну-ка, сложи свое имя. Филиппок сказал: хве и хви ле и ли пео ок пок. Молодец, сказал учитель. Кто же тебя учил читать? Костюшка, я бедой. Я сразу все понял. Я страсть какой ловкий. Ты погоди хвалиться, а поучись. С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.